Омская молодежь отметила День российского студенчества катанием на коньках. Учащихся вузов и СУЗов собрали на катке Омской крепости на Всероссийской спортивной студенческой ночи. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Молодые люди смогли поучаствовать в спортивных состязаниях и вдоволь накататься на коньках. Познакомились с новыми людьми, и разные студенты разных учебных заведений здесь встретились. Заместитель министра спорта Иван Колесник поздравил студентов с праздником и прокатился вместе с ними на коньках. Не проводилось таких праздников, или, может быть, до нас плохо эта информация доносилась, потому что я не помню, чтобы вот так приглашали на каток, покататься, всем вместе еще организовали какие-то мероприятия, как сегодня. Поэтому я очень рад, что сейчас это есть, и мы, как Министерство спорта, Министерство молодежи, которое развивает эти направления, будем обязательно проводить еще много интересных мероприятий.